суп гороховый. Никита, и суп готов? Я на глаз, честно, все на глаз. Черничный соус. Чай из черники. Никита, скажите, вы туда тоже добавите горох? Нет. Здесь у нас черника. И что у нас еще? Шипом. Какие наши дальнейшие планы? Мы сейчас пойдем спиннинговать, ловить рыбу, вот, выставлять жерлицы, кружки. Ну, культурный отдых, то есть. Пойдем. А это что, у нас суп или чай? Я один раз сам. Никита, а это тоже особый рецепт для супа, да? Да. Суп должен быть... Как в уху добавляют немножко водочки, так перед гороховым супом в организм добавляют немножко спиртика. Никит, мы уже 5 дней на рыбалке, а что такое уха? Что значит? Это тушенка с макаронами. Как? На нашей рыбалке по-другому не бывает. И я люблю это ухо. Никит, почему спирт нельзя сразу же разводить? Он потому что выпивается тогда сразу же. Вот. А если его разводить по чуть-чуть, то и будет пить по чуть-чуть. Конечно, надо поменьше, но меньше у нас нет. Промыть. Вот его не увидите. Поскольку оператор сейчас будет бить воду. Но суп. Остальное пойдет на обжарку. Неплохая уха. Какие ловкие пальцы. Ты уже снимал, не могу.
Губзима. Манерный у тебя. И немножечко чесночка. Отлично, у нас получится морковная уха. А тут у нас поваренок появился. Вон, как свяжешься? Минутку сделать. Да, и на канале выложу. Не знаю, выглядит все очень аппетитно. Погнали. Ехали. Ты уже перемешал? Да, молоко, конечно. Немножко. 20 минут, все готов. Зеленушки, да, вы сюда еще? Да. Ну, из зеленушки у нас только есть лавровый лист. Все, Никита? Да. Пойдемте. Сейчас замучимся. Быстро.